Так. Блин, ну... Нам нужно, получается, этот... Качать уровень. Нам уровень нужно качать только. Я как понимаю, я, блин, не успею ее пройти так быстро. Давайте тогда будем опыт качать. И будем надеяться, что когда на... Как завтра, когда уже будет завтра понедельник будет уже. Будем надеяться, что она это... Я сумею ее как-то в бесплатную версию перевести. Я не знаю, или через пиратство, или... Я не знаю. Будем надеяться. Но я не могу сейчас продолжить сюжетку продолжать. Разрабы, видите, сказали, что... Они сказали слово на три буквы. Что не можем. Придется купить тебе. Сказали, что нельзя. Тебе ты должен пройти миссию квартира Амхеса только после того, как ты пройдешь 14 уровень. Никак по-другому. Это не Call of Duty, не Far Cry. Где ты сможешь уже там уже это пройти. Так что они меня просто взяли и нагадили. Так, в какую сторону идти-то нужно? Просканированы. Загрузка. Побежали. У меня немного странная просьба, агент. Я бы не хотела отвлекать людей на посторонние задачи, но... Если встретишь музыканта по имени Хезер Лау, пожалуйста, отведи ее на базу. Или, если до этого дойдет, скажи мне, где она. Она моя сестра, и она куда-то пропала. Последний раз ее видели в лагере у волноломов, в том, которого больше не существует. Я надеюсь, это быстро будет. Решили проблему. Это свои зелененькие. Че, недалеко еще бегать, а? Ну-ка, я смогу, блин. Не, ни хрена. Придется бежать все это место время. Придется пробегать. Не, у меня все нормально. Ты сейчас про пистолет, да? Второй уровень. Ну а что я могу сделать? Я пистолетиком не пользуюсь. Я пистолетом не пользуюсь, чтобы его качать. В чем дело? Да ничего. А, где еще один?
Вот так вот. Да знаю, знаю. Мне твой пистолет не особо и нужен. У меня есть хорошая снайперская винтовка, есть хорошие автоматы. Зачем мне больше? Так, стволы в норме. Работаем. Слушай, если у них дети... Держи пушку так, как будто сейчас выстрелишь. Все отдадут. Особенно, если у них дети. Да? А если не отдадут? Тогда они сами виноваты. Если им так хочется умереть, это их дело. Мы тут ни при чем. Это бред собачий. Возможно. Но я не отпущу каких-то богатеньких козлов просто потому, что у них дети. У всех дети мои голодают. Возьми себя в руки и действуй. Ну, он прав. А если они отпор, отпор могут дать? Тогда чё? Так, это что за место тут такое? Это еще один лагерь, да? Лагерь беженцев. Я надеюсь, что здесь просто бандиты будут сейчас. Так, еще кое-что. Поставь мне вместо пулемета. Так, а что делать-то? Куда идти-то нужно? Обыщите сектор. Да, уже вроде посмотрели. Черт, Фэй дала мне рацию, а я ее дома забыла. Нет, тебе туда нельзя. Они сожгли магазин, который прямо через дорогу. Там слишком опасно. Слушай, Фэй сказала, что я должна отмечаться каждый день, а встревоженная Фэй ничем не лучше разъяренной Фэй. И чё? Всё? А мне куда сейчас нужно топать-то? Я всё, что ли, сделал? Ужасные новости, просто ужасные. Бандиты взяли в заложники несколько добропорядочных граждан. Куда катится мир? Высылаю тебе координаты. А где мой опыт здесь за это? Ладно, окей, давай сюда вернемся. Здесь будет быстрее как-то пройти. Я думаю. Вы вошли в безопасную зону. Все, нашли, молодцы, пошли отсюда. Так, обзор операции. Так, давай выбрать.
Дорогуша, до нас дошли ужасные новости, просто ужасные. В разы быстрее бандиты бежать. Взяли в заложники несколько добропорядочных граждан. Куда катится мир? Высылаю тебе координаты. Разберемся. Так, нет, это гражданский просто алкоголик. Бухает просто. А я подумал, он что-то достал, что-то. Нет, я просто ошибся. Береги себя. А что у меня на рюкзаке-то висит? Что это такое? Это и есть та самая аптечка, что ли, да? Ну ладно, пускай. Я надеюсь, что эту операцию мы быстро пройдем. Примите участие в рейде ОТГ. Свои, свои. А? Вперед! Мы тебя прикроем! Вперед! Ага. Пошел, пошел! Мы тебя прикроем, а ты иди, ползи там. А? Так, где остальные? Все, задание выполнено. Нет, еще и надо еще в логово бандитов зайти. По соседству. Как расстреливается быстро. Сейчас я хорошо прокачался. У меня броня хорошая стоит уже. Меня так просто уже не убьешь. А? Что ты будешь делать, а? Рассказывай. Все, хана тебе. Еще двое. А? Вот это я понимаю. Уровень сложности. Так, это я взял, подобрал. Служебный рюкзак, а ну-ка смотри. Бонусы использовать сразу. Не забывай, нам нужна твоя помощь. Говорю тебе, спасибо. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! О, еще какой легкий рюкзак. Использовать сразу, на если. У тебя, наверное, сегодня на завтрак был шпинат. Я слышала, те люди уже возвращаются домой, живые и здоровые. Как вернуться, я их угощу сэндвичами с тунцом. Да пускай. Спасибо. Если бы не ты, он бы меня убил. Только мне что-то опыта, что дали, что не дали. Ну-ка, что еще можете выдать в задание?
А, мне говорят, нужно туда идти, да? Ну ладно, давай пойдемте вот сюда вот. Быстро перемещение, да, подтвердить. А? Тут очень с кем-то поговорить нужно, молодец, кажется, да? Но нужно работать дальше. С тобой нельзя побеседовать. Вот здесь, наверное, да? С кем-то нужно. Стрельбище, ну-ка, подожди-ка. Чё за стрельбище? Что-то я, блин, просто, наверное, здесь оружие можно проверить, как стреляет, да? Ну, хотя еще можно. Понятно, ничего хорошего. Хранитель наград. Может, мне в команды нужно сходить, а? Нет, это просто силовой блок. Производственная станция. Что-то я не понимаю, почему мне это задание-то не хочет браться-то? Вы не завершили ли эту операцию? А какую операцию? Агент, нужно забрать ящик с припасами. Не бойся, я тебе помогу. Но до чего же хорошо, что это тебе туда идти, а не мне. Помни, ты уникум, потому что обычный человек не выживет, если ему придется сражаться против кучи тяжеловооруженных мордоворотов. Высылаю координаты. Разберусь. Побежали, возьми автомат и пошли. Ну-ка, тут у нас что лежит? Мы тут, кажется, мы тут что-то подбирали. Понятно, ничего полезного. Все правильно делаешь. Опять подвисать желает. Ну, тут не так уж далеко бегать. Так что пойдет. Идите к месту выброски груза. Ну и с какой стороны они полезут?
Ничего себе. Твою мать. И сколько мне тут еще держаться нужно? Подожди, меня куда-то в другое место уже отправляет. А нет, здесь же. Да, выстрели ты. Ну и где остальные? А, еще один груз есть, да? В какую сторону идти-то нужно? Вы? Так, восстанавливай. Восстанавливай. Так, что тут можно взять-то? Автоматик какой-то. Что вы там делаете? А вот и ты, агент. Привет. Со мной многие хотели побиться об заклад, что ты не выживешь. Но я против такого пари. В основном потому, что у меня нет наличных. Это но наши, наши. Потому, что да, зеленые. Ты молодец. Ну окей. Так, что еще ты можно сделать? Задание какое? Подбор операции. Давай посмотрим, что еще можно. Так, спасение заложников. Уровень преступников 9. Ну, давайте. 4 километра нужно протопать. Давайте туда сходим. Посмотрим. Что-то более-менее уже какой-нибудь... Более-менее уже навык поднимается. Поднимется хотя бы. А то бегаем сегодня вот всю серию. Но я надеюсь, что, блин, я смогу ее запустить на где-нибудь. Что я в любом... Я все-таки смогу запустить ей. Куда нас занесло? Это свои? Ну да, зеленые. Ходят тут рабочие. С ружьями. Кто там пришел? Ну-ка, тут у нас что есть? Покажите. Понятно, ничего полезного. И здесь то же самое. Проверь, все ли чисто. Я умею выживать. Не злите меня. Там что-то есть. Не верится, что все. Ну, кто еще хочет? Жилет новобранца. Нет, спасибо. Так, это где-то с какой стороны? Вот здесь вот. Вот так вот. Еще 10 тысяч нужно опыта набирать. Чтобы на 11 уровень хотя бы перенестись. Да, все, здоровье восстанавливает. Значит, все.
Пошли. Швейный квартал, опорный пункт. Где находится? Давайте в первую очередь туда сходим. Посмотрим. В первую очередь давай-ка туда сходим. Активируем опорный пункт, чтобы я там бегать смог уже, телепортироваться и все. Заодно патроны пополним. Свои? Свои зеленые. Мясохранилище. Добрый вечер, многоуважаемый Нью-Йорк. Приветствую всех. Привет, агент. Нам с тобой предстоит какое-то время работать сообща. Ну давай, давай. Я пока схожу. Так, где мое задание-то? Зону. Так, где оно? Я сейчас нахожусь здесь, да? Агент. Требуется твоя помощь. Забрать препараты для стерилизации. Они мне просто необходимы, учитывая, в какой грязи приходится жить. Но они... они в канализации. Найди их, пожалуйста. И потом, как следует, простерилизуй. Я еще буду стерилизировать еще ваши. Вы понимаете, что это не моя работа? Я-то думал, не осталось больше. Так, мне в канализацию нужно, что ли, идти? Ладно, давай в канализацию. Надеюсь, тут быстро. Долго не будем, надеюсь. А? Чё? Огнеметы будут или бандиты? Че, на вниз, вверх. Каждый сам за себя. Не верится, что все вышло из-под контроля. У тебя нет шанса! Пятый левел. Да, мне еще очень долго придется их разбирать. Найдите припасы в канализации. Мне еще очень долго придется. Ну ладно, пройдем как-нибудь. То есть не здесь где-то, да? Наверху, да? Или нам не нужно по лестнице подняться? Ну да, где-то здесь должно быть. Вот он, ящичек. О, слава богу, тебе удалось их найти. Они мне так нужны, то есть нам нужны. Срочно. Большое спасибо. Все, молодец. Что еще будем делать? Здесь в любом случае 14 требуется. Здесь 12.
подстанции на Таймс-сквер. Да, давайте вот это вот сделаем. Так, вот это вот, да, получается, там сквер. Опорный пункт. Рекламные экраны, они гаснут. И лампы тоже. Что-то тут не так. Рекламные... Быстрое перемещение дай. По всем данным, эта зона безопасна. Поближе. Оттуда вам не видно. Так, все нормально. Что-нибудь новенькое есть? Из оружия. Не, из оружия ничего нет, не дашь. А, от снаряжения, это не то. Это запрос обстановки. Ты из спецотряда, да? Честно скажу, уж прости за откровенность. Выглядишь... Так, скажи, пожалуйста. Это нужно 12 уровень, да? Да. Нам дадут 59 тысяч опыта. Мне нужно на XP смотреть. 700... Я там просто не справлюсь. Так, вот, спасение заложников уже что-то. Вот здесь получается, да? Давай здесь появимся. Быстро перемещение. Дай подтвердить. Нам просто сложно будет с 11 уровнем справиться. Нужно качаться. А качаться нам еще очень долго. Нам еще очень долго качаться придется.